очка у трех защитников. Никита Трямкин, Сами Липиста и Тобиас Виглунд. И сейчас выход 2 в 1. Бросок. Коварж. Еще один бросок. И вновь не реализован шанс. Перекладину аут. Сейчас Шарлинга. Первый бросок. Сам же шайбу подобрал. Ну да, угол здесь был такой же островатый. Но, похоже, Коварж вот второй раз не коснулся. Нет, вы знаете, коснулся. Где-то вот в район там блина и клюшки попал. Лингле. Передача. Бросок.